Друзья, мы в American Top Team, как обещали, снимаем ролики для вас. Вот перед вами главный тренер American Top Team. А вот помните, мы делали со Стефаном интервью с Натаном, который выиграл недавно $1 миллион. Это мы сейчас находимся в лучшем базовом лагере American Top Team. Это последние 2 года лучшая школа по подготовке бойцов. Натан уже час оттренировался на татами, и сейчас у него индивидуальная тренировка с главным тренером American Top Team. Вон там Стефан. И мы вам покажем полную тренировочку, как все это происходит. Напомню, что это 2-й час тренинга уже идет. Друзья, запоминайте адрес. 5750 North State Road 7, Coconut Creek, город, штат Флорида. Вот база основная. Хотя они, конечно, везде разбросаны, но вот здесь основная база American Top Team. И сегодня должны мы вам показать тренировки. Тренировки профессионалов. Он уже час работал на легкий спарринг, 1 час, и теперь еще физическое воспитание будет сделано на таншут. Выиграл чемпион по $1 миллион в декабре, в конце декабря, и теперь уже на 2-й сезон он чемпион по 155 фунтов, 70 килограмм, чемпион CFL. Будем снимать для вас, как он занимается. Эбер, ты тоже флиплинс, чемпион. Очень легко, тяжелый. Это собака, которая 93 килограмм. Тоже по 1 миллион долларов. На моем канале есть почти часовое видео интервью. Реклама. Да, ребят. Огромный зал. Не пропустите, на канале будет полное видео о этом зале. Большой зал. Чемпион на чемпионе. Здесь я посмотрел, когда только мы зашли, снимали видео, вы все это увидите потом позже. Здесь просто, вот реально, человек 100 и, наверное, человек 80. Тут различные чемпионы с разных концов мира. А вот Дэнни Монтана. Мы в прямом эфире, Дэн, здорово. Интересно? Не решил стать бойцом? Мотивирует. Ты же все уже прошел там. Сейчас вот в жиме лежа. Следующий этап настоящим мужским заняться, да? Прямой эфир. Прямой эфир. Привет, ребята. Мы здесь, American Top Team. Где тренируюсь очень-очень-очень много чемпионов. Будем показать для вас, как Эвертон сейчас, мой друг, занимается с чемпионом Нейтом и Филипп Лис. Эвертон – это главный тренер сейчас, главный, да? Тренер физической подготовки. Тренируюсь очень много чемпионов. Той и другой выиграли каждый по $1 миллион в декабре. Сейчас 2-й сезон, начиная с через... Нейтан 27. Филипп, я не знаю, спрошу, но они уже занимаются давно. Где? С детства. Мейк, вот за секунду смотри на Монтана. Филипп, how old are you? How old are you? 33. 33? 33. 33, друзья. People ask. Филипп тоже выиграл $1 миллион буквально недавно.
Вот такой вот спорт в UFC, да. Позовать Версакламы, да, для канала. Да. Как ты хочешь. Снимай на свой, и пусть это Юля. Юля снимет прямой. А мы на что снимем? Как на Версакламе. Не, у меня один телефон. Да. Пусть это с Юлей, и снимай на твой. А, не, пусть... Пусть Юля тебя снимает, а я продолжу прямой. Окей. In the parking lot? Yeah. Ты потерял? Ты потерял. Ничего себе. Дэн, ты чё? Дэн потерял документы, оказывается, и не знал даже об этом. Ну, продолжим тренировочку. Друзья, запоминайте, записывайте, если хотите выиграть тоже $1 миллион, как эти ребята. Вот Эмертон, главный тренер American Top Team, сейчас проводит персональную тренировку для Филиппа и для Натана. Эмертон, главный тренер по физической подготовке, напомню. Филипп делает запрыгивание. Натан имитирует спарринг. Дэнни Монтана снимает это все, фиксирует для поклонников, для подписчиков своего канала. Сняли уже для вас тренировку, как тренировать выносливость со Стефаном на аэрбеке. Тоже ждите это на канале. Много будет интересных выходов о том, как тренировать выносливость. И сейчас вот там Стефан снимает тоже с одним из своих учеников. На дальнем плане вы видите, как тренировать выносливость на другом интересном тренажере. Не забывайте, друзья, что если у вас есть какие-то вопросы, ответы на которые для вас важны, обязательно пишите их в комментариях под стационарными постами. И мы со Стефаном постараемся снять для вас ролики, как, что, когда и для чего делать. Как вы видите, силовая тренировка проходит у бойцов American Top Team следующим образом. Работа с отягощением и затем, чтобы не стоять, не сидеть, легенькие движения, отработка техники, чтобы лактат расходился быстрее.
Потом по времени мы сможем с вами посмотреть, сколько человек отдыхает между подъемами штанги. Ну, как вы видите, отдых тоже довольно-таки активный. Так, Филиппо ушел, вот видите, на дальнем плане там, рядом со Стефаном, на беговую дорожку. Бегает он, конечно, очень громко, как медведь. Слышите, да, как стучит ногами по полотну дорожки. Ну и, как вы видите, все, тренируя выносливость, работают в интервалах. 10-15 секунд выкладываются, затем минуту где-то отдыхают, восстанавливаются, чтобы АТФ все восстановилось, и по новой очередной рывок на 10-15 секунд. По себе знаю, это очень-очень хорошо работает, лучше, чем просто бесполезный, бестолковый, монотонный бег. Кто пробовал, тот понимает, в чем разница. Дэнни Монтана замотивировался. Может быть, тоже теперь станет бойцом. Напомню, что мы находимся сейчас в Мекке американских бойцов. Этот клуб 2 года подряд является лучшим вообще в мире по подготовке бойцов UFC, MMA. Столько чемпионов, сколько здесь нет больше ни в одном уголке мира на 1 квадратный метр. Говорят, что железо закрепощает. Все по науке, друзья. Все по Виктору Николаевичу Силуянову. Юля! Юля! Юль! Юля! Рюкзак забери. Because it's like a soccer. Like I cannot like just go to Real Madrid or whatever and say like, oh, I want to become a part of the team. I want to be part of the team. But a lot of Возможно, мы сейчас. There is a heavyweight guy. He just fought. Yeah. He's a heavyweight kid fighter. UFC fight Sakai. Hey, Russell Russo is a guy. Hello, привет. Привет. Yeah, это Russo. Very cool. Только что выиграл. Семен Пасак, да? Прошлой неделе он выиграл Андрей Орловский, бывший чемпион в UFC. Он выиграл в UFC в Sunrise, был Sunrise? Yes. Yeah. Где бой был? Well, is this Fort Lauderdale? Yeah. Respect, yeah. Man. Андрей Орловский, посмотри. Аугусто Сакай выиграл Андрей Орловский неделю назад. Is this нормально? Видишь лицо, ничего случилось.
Возможно, да, вообще он супер. Возможно, мы находимся сейчас, и вы видите исторический момент, когда Дэнни Монтана думает, что, возможно, пора начать зарабатывать настоящие серьезные деньги, а не страдать херней, как я. Да? Yes. Cool. Не переживайте, друзья, все видео я выложу на YouTube-канале потом. Просто для тех, кому интересно, делаю прямые включения. Мы обещали со Стефаном, что вы увидите лучший клуб Америки, лучший клуб мира по подготовке бойцов. И вот мы здесь. Уже 2 часа снимаем, сняли много роликов. А сейчас я вам в прямом эфире показываю полную тренировку именно по физической подготовке Натана, который недавно выиграл $1 миллион с главным тренером American Top Team по физической подготовке. Но до этого Натан тренировался час на татами, отборолся. Бойцовскую тренировку провели, а сейчас непосредственно именно физическая подготовка бойцов идет. Я всю тренировку снимаю на прямой эфир, потом выложу еще и на YouTube. А, ты знаешь, ты умеешь? А, все, 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 супер. И смотри, I'm gonna do a little video, когда я сниму свинь. Да. С Акай. Да. Потом Акай. Тогда ты мне скинешь это видео. Не, она сразу на ее сразу. Отлично. Ребята, много интересного. Давай, давай. Давай, давай. Everton, yes. Trainer. What am I saying? You just need to tell the truth. Чемпион на чемпионе чемпионом погоняет. По времени все как положено. Вот главный спортсмен. Юля, когда мы тебя на сцене увидим? Смотря почему. Фитнес-бикини? А, я думала, там приз матери, там мать-героиня. Когда няню мне наймете? А, понял. Я готов. Готов? Далековато. Ради такого. Лучший тренер уже как бы есть заочно. Какой город? А, нет, мы только в Кококей. Кококей это моя семья. Вау! Там, по-моему, остров и везут туда. Только были в Багамасе. Стефан, только-только. Yeah, nice to meet you. You did? Yes, do it, do it. Так, Филипп и закончил свою тренировку. Остается только на там. Эвертон, what time work and rest? What time under workout, under work and rest between set? I'm giving him 1 minute. 1 minute. 1 minute rest. Work. Yeah. Ah, 1 minute rest. 1 minute rest, and I'm counting reps. So he's doing 5 each leg. Mm-hmm. So he's doing 10 times. Moving. 5 for every legs. Yeah. Yeah. And 1 minute rest. 1 minute rest. Mm-hmm. And we will go to the track to do medicine ball throws. Mm-hmm. He's 2 weeks out. Okay. So why he sit?
Right now he's like cutting weight also, so he has like not the full energy. Mm-hmm. So I need to control the volume and intensity. So it's important to don't burn him out. So yeah, we almost done. Right now is a tapping time. Yes, yes. Vamos lá para pizza. Стефан, я иду туда дальше. Я иду с ними, иду с ними. Идем, идем. Обратно здесь еще хочу туда. Здесь специальный прибор. Ты закончила уже? Да. Приятно было познакомиться. Увидимся еще. Да, если что, мы там напишем. Да, пишите, звоните. Есть круговая тренировка. Мастер КТ Макарон и Майк Браун. Как mm-hmm. они сделали питбул. Питбул будет вступать сейчас. Я хочу до конца снять. А, окей. Просто чуть-чуть, чтобы они видели, как лайв. Ага. За неделю до боя. Это неделю? Неделю до боя в UFC. UFC в Бразилии будет. UFC Rio на следующей неделе. И там Хайдер Хасан, я тоже его тренировал, был в Ultimate Fighter. В UFC вступал Мастер Котел, мой друг, Мастер Макараун, который мы сделали эфир. И Мест, и Томас Браун. О, Таис. Такие все сухие, да, вообще жирных нет. Вообще, бразильцы в тяжеловесы, ты видел, он как культурист выглядит. 8 кубов там вообще все. Красавцы. Хорошая школа, да? Надо вот нам все-таки найти нормальных инвесторов с тобой и такое что-нибудь открыть большое для себя тоже. Для себя? Это про-зал. Для себя любимых, не для кого-то в смысле. Конечно, как про. Так, где Натан потерял? Ага, вот. Мы снимали такое тоже для вас со Стефаном в Академии Марта Вендер. Кто не видел, посмотрите, это одна из лучших школ вообще для детей по различным видам спорта. Arremessou, a bola pegou aqui, ó, só que aí que tá. Arremessou forte, ó. Olha, levantei. Aê! Joga pra lá. Sabe por quê? É porque esse negócio preto Aê, gira, vai, usa o quadril, vai, isso, vai. Excelente, vai, isso, Natan, excelente, pegou o jeito, vai, isso aí, isso, excelente, isso, deu. Все по времени. 5 раз для каждой стороны, минута отдыха. Hard work pays off. Наука и спорт, тогда рождаются чемпионы, друзья. Okay.
mental death, right? The Pitbull is training here. He's doing his last circuit because he's gonna fight in UFC next week. In Brazil. So we're here, the Rocky music. Rocky. Yeah. Big motivation. Yeah. Vamos lá. Potência, potência. Vamos. What you drink in the workout? Water or BCA, Gatorade? Drink. Ah, yeah. The BCA. BCA? Yeah, for me, BCA. Creatine. Creatine? Yeah, I like it. Before workout, yeah? Yeah. In workout? In workout? Clear water? Yeah. Just water or... Como que é o nome daqueles eletrolítico? Ah, electrolytes. Electrolytes. Yes. Very important. Yeah. Like Gatorade, maybe, yeah? Você tá tomando algum suplemento específico ou tipo Gatorade normal? Não, só esses aí mesmo, creatina. Electrolyte hoje, eu acho que eu já estou ouvindo. Yeah, right now he's in a cutting weight time. Yeah. So, it's kind of like not too much energy. Yeah, yeah. You use BCA, creatine, not on creatine, time, yeah? Creatine, why need creatine? Creatine save water, not? Or you feeling power? Yeah, he's still feeling the power. It's mais forte com a creatine. Yeah, it feels stronger. Ready? Так что, друзья, БЦА надо пить. Креатин надо пить. Но самое важное, конечно, электролиты, когда вы тренируетесь, много потеете, чтобы не было травм. Что ты хочешь сделать? Почувствовать удар. А что ты хочешь? Ага. Попроси, вот видел там парнишка на ринге, ой, на матане. Он через неделю выступает в этом, в Бразилии. А, то есть он такой в топ-форме, да? This is Renato Moicano. Hi. He's top 5. Дэнни Монтана хочет почувствовать удар. Жена его отговаривает, конечно. Ей еще воспитывать с ним детей. Но посмотрим, насколько Дэнни выдержит. Не знаю, куда будет бить, в челюсть или в лоб. А если мне придется за рулем домой ехать? Давай-то уж прям, ну, как пробил пресс, там, на бодимане снимаю. Давай снимем. Пробили пресс Дэнни Монтана. Это же, по-моему, Гарри Гудини так умер, не слышал? Это же самый большой этот фокусник, самый знаменитый. Да, так от чего он умер? У него была такая, по-моему, фишка, насколько я знаю, что его там били в живот, а я не и знал. Он такой прям невозмутимый. Первый раз слышу. И когда-то его... Что, кровоизлияние было? Ничего себе. То есть он, когда это было специально, он да, же, он, да, готовно пришел. А это неожиданно ударили? А кто-то просто подошел, типа, о, я тоже умею, я тоже тебя ничего хочу. Себе. Так нельзя. Вот так, печалька. Ой, надо посмотреть, что там. Вау. Just moment, guys. Денис, как ты отлетишь туда, да? А может лучше как бы... Что?
Ну, чтобы не отлетел. Да не, он не отлетит, прочувствует только удар. Насколько это мощно, Дэн? А давай я ударю, и теперь ты сравнишь разницу, да? Поддержишь? Да. Ой, бейби. Там бейби. Нет, по ноге я бы не стал. Аккуратно. Сзади ребенок. Ну что, Дэн, выдержать такой удар, если тебе отдадут? А мелкая вообще невозмутимая. Ага. Вообще ей понравилось, такая, как в мультиках. Такая. Ох уж эти детки, смотрела такой сериал? Да. Классный. Так что, ты хочешь дать сейчас для сравнения? Что, давай я ударю, да. Но я правой хочу. Как отбойный молоток. Что тут? Что? Пишет, хлестко бьет парнишку, непонятно какой. Привет. Ну что, друзья, потерял всех. Будем, наверное, заканчивать. Стоп. You stop? Стоп? Yeah. Вот такая вот, друзья, была тренировочка. Привет. See you. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо.